Я верил, что действительно бомбят Донбасс плохие украинцы, мирных людей. Я не вникал, что это Путин развязал войну на Донбассе, что Стрелков Гиркин туда пришел со своей бандой и все это устроил. Я не вникал. И потом я приехал в Крым с дочкой. Я так радовался, я еще встречал там кого-то. Говорю, ну как вам теперь хорошо? А смотрю, люди меня любят, они так глаза немножко отводят. А потом начали потихонечку себе рассказывать, как все происходило на самом деле. И что оказалось, что не так уж они теперь и рады. И оказалось, что не так все, как нам показывают. А потом я встретил девочку свою, любовницу, с которой у нас были отношения, из Донецкой, которая побежала не в Россию прятаться от плохих украинцев. Она побежала в Украину прятаться от этих русских, которые принесли свой мир. Про паспорта говорили, что обязательно нужно было пойти менять, потому что если бы ты не менял, то тебя бы, блядь, закрутили гайки здесь, здесь, здесь. Про все эти земли, как начали отжимать там части пляжей. И вот я помню, что вот именно этот приезд в Крым и вот эти вот разговоры с людьми, и вот это общее настроение, оно, наверное, во мне и побудило чем-то начать интересоваться. Потому что я начал это слушать не от людей, которые по телевизору мне рассказывают, а от живых, которым я...